Зачем нас мама в этот музей отправила? Там все равно ничего интересного не будет. Да ладно тебе, зато над статуями посмеемся. Это спящая Рианда, ранее известная как Клеопатра. Мраморная античная скульптура, найденная в 1512 году. Мальчик, так делать нельзя, это же музей, а не игровая комната. Если подобное повторится, то я буду вынуждена прервать экскурсию. Я больше так не буду. Статуя Юпитера. Колоссальная скульптура верховного античного бога. Она является одним из самых известных экспонатов музея. Прообразом этой скульптуры стала созданная в V веке до нашей эры легендарная статуя Зевса в Олимпии. Ой, Люсь, смотри, какая тут прикольная штучка. Тут что-то написано. Руками не трогать. Петя, стой! Петя, что ты наделал? Окружайте их! Нарушители! Вот я вас сейчас! Мы столько лет спокойно спали, а вы посмели разбудить нас. А вот и Мурлыка. Кис-кис, иди ко мне. Я боюсь! Что делать? Вы все смеялись над свидетелями истории? Нет! Спасибо, Мурлыка. Мы вас отпустим, если кто-то из вашей группы сможет повторить слова экскурсовода. Это статуя Юпитера, колоссальная скульптура главного античного бога. Она является одним из самых известных экспонатов музея. Прообразом этой скульптуры стала создана в V веке до нашей эры легендарная статуя Зевса в Олимпии. Смотрите, смотрите, статуи, они замирают! Петя, запомни сам и расскажи другим, что нельзя трогать экспонат руками. Простите меня, я больше никогда не буду нарушать правила посещения музея. Над мультфильмом работали. Светлана Храмова всегда слушает экскурсовода. Дарья Скорлыгина никогда не трогает экспонаты руками. Анастасия Адамович знает, что в музее нельзя громко разговаривать. Руководитель Елена Хохлова вводит школьников в музеи. Голос подарили Данил и Матвей. Спасибо им!